вас, мои дорогие друзья. Мы ведем репортаж из Таиланда. И прямо сейчас я нахожусь в буддийском монастыре Пая. Это лесной монастырь. Здесь я прохожу обучение искусству медитации. Вчера был день рождения Будды. И была ночь полнолуния. Сегодня ровно 10-й день моего пребывания здесь. И проснувшись утром, о боже мой, я вдруг обнаружила в себе странные способности. А впрочем, смотрите. Как вы думаете, где мне пригодятся эти способности? Вот и я не знаю. Я просто хотела сказать, приезжайте к нам. Здесь вы обретете знания, покой и гармонию. Здесь вы найдете путь к себе.